Всем привет! Сегодня на обзоре хочу показать вам качественную Bluetooth-колонку от компании Blitzwolf, модель BWAS1. В магазине Banggood сейчас проходит акция на данную колонку, и купить ее можно по привлекательной цене. Актуальную цену вы можете посмотреть, перейдя по ссылке в описании под этим видео. Поставляется колонка в таком вот коробочке из очень плотного картона, при транспортировке пострадать колонка не должна. В комплекте идет инструкция на нескольких языках, русского как обычно нету. Также имеется кабель USB на microUSB, колонка имеет встроенный литиевый аккумулятор 5200 мА, который гарантирует работу от 7 до 11 часов. Время зарядки составляет где-то в районе 3,5 часов. Также колонку можно подключить не только по Bluetooth, но по кабелю 3,5 на 3,5 через разъем AUX. Сама колонка выглядит следующим образом. Довольно такая увесистая, вес ее составляет 570 грамм. Корпус колонки выполнен из авиационного алюминия по заявлению производителя. И действительно, вот эта вот лицевая часть и вот эта вот боковая вся панель, это у нас алюминий. Кнопки пластиковые и вот эта задняя крышка тоже выполнена из пластмассы. На лицевой стороне расположено два динамика по 10 Вт каждый, также имеется встроенный микрофон. Колонку можно использовать как гарнитуру. Посередине, вот видите, мигает синенький индикатор. Когда колонка начнет разряжаться, вместе с синим будет мигать также красный. Сверху расположены кнопки управления, кнопка включения-выключения, кнопка play-пауза, регулировка громкости, и также эти кнопки отвечают за переключение треков. С нижней стороны имеются резиновые ножки, чтобы колонка хорошо стояла на поверхности. И с тыльной стороны расположен пассивный саббуфер, разъем для подзарядки встроенного литиевого аккумулятора емкостью 5200 мА и AUX-вход линейный. Колонку можно подключить к ноутбуку, к телевизору, не только по Bluetooth. Я уже подключил колонку по Bluetooth к своему телефону, как подключать по Bluetooth, думаю, объяснять не надо. YouTube, конечно же, не передает звук, как он есть на самом деле, но звук действительно достойный. Вы можете перейти по ссылке в описании и почитать комментарии людей, которые приобрели себе уже данную Bluetooth-колонку. Мне лично данная колонка очень понравилась, имеет хороший дизайн, впишется в любой интерьер, металлический корпус, достаточно большой встроенный литиевый аккумулятор 5200 мА, который гарантирует нам минимум 6 часов прослушивания музыки, встроенный микрофон. Из минусов я бы отметил, что хотелось бы еще видеть разъемы под карточку памяти microSD и полноценный USB разъем под флешку. А так, можно сказать, одни плюсы, достойная колонка. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Всем удачи, всем пока!